На всем мероприятии не смогли поучаствовать, приболел слегка, вот, поэтому так эпизодически, но хочу сказать большое спасибо Елене Кораблевой, которая это все организует. Мне кажется, очень хорошее и правильное начинание, надо продолжать и пускать. Да. Эй, да, и пускай следующее, так сказать, вот вечер памяти, ну, в смысле не памяти, а радостного дня рождения группы «Сурганный оркестр». А сегодня сюрприз, действительно, мне удалось вот уговорить мой близкий друг, прекрасный поэт Хосе Абеляр. Он сегодня с оказией оказался в Санкт-Петербурге. Мы с ним в последнее время, к сожалению, встречаемся два раза в год, это вот второй раз. Поэтому у нас, я думаю, надо с пользой проводить. Год еще только начался. Да, и поэтому я хочу с вами поделиться вот прекрасным, надо сказать, творчеством. Это наш совместный проект, называется «Хая Билет». Поем вам три песни, творчество медитативное, не эстрадное, поэтому, так сказать, внимайте. Вот. По ходу первой песни Дмитрий откроет звук. Значит, первая песня называется «Стрела», вот, собственно говоря. Сурганный оркестр тоже исполняет эту песню, но с музыкой Ивы Аврамова. А сейчас Дмитрий включит. Вижу. Вот. И на самом деле была смешная история, когда мы репетировали там на одной точке, уже какой год сейчас уже не вспомню. И Ю, будучи в очень таком хорошем настроении, слегка под шофе, случайно увидел стихи. И Дмитрий, не так не экспериментировал. Ты можешь вернуть назад? Сейчас Дмитрий по ходу моих говорений как-то это все отстраивает. Сейчас, но мы, видишь, Дима же отстраивает. Это же такая магия. Но я что-то говорю, он что-то делает, и все так вот и все происходит. Вот в результате я увидел эти стихи и написал, сразу написал песню входа. Продемонстрировал мне и Хосе Абеляр и спросил, можно такое? Хосе сказал, да пусть, конечно, что такого. Вот, собственно говоря, Сурганный оркестр исполняет версию Юла, а мы сейчас вам исполним изначальную, медиативную, такую уносящую спокойную версию. Мы приступаем. Thank you.
Спасибо.